станция 13, я еду по дороге на Каменку в сторону нашей Михайловской дороги. Мы едем домой, в Парголово. И на самом деле, вот хочу показать еще раз, как это страшно. И когда ты едешь, ты, несмотря на то, что дорога новая отремонтирована и есть разметка, то ты просто, ну вот, совершенно едешь и ориентируешься просто на встречные огни. Ни одного фонаря нету от Суздальского проспекта и до Выборгского шоссе. И это очень опасно. И получается, что вот этот кусочек, вот Михайловская дорога, я поворачиваю, и этот кусок, который мы, он всего лишь длиной этот километр, может быть, чуть больше. И вот тоже ни одного фонаря, только ориентируешься на свет встречного транспорта. Вот машину вот здесь все начинает трясти, ямы никакие. Даже те, которые что-то где-то заплатки, которые свежие ямы, их невозможно рассмотреть. И, конечно же, сейчас выпадет снег, и не до каких-то работ будет. Сейчас вот на самом деле у нас же любят зимой трубы делать. Почему не сделать что-то, хотя бы освещение, чтобы это было не так опасно, не так страшно? Я вот еду с двумя детьми, и просто каждый раз на адреналине. Эта дорога вот опять попала в эту яму перед как раз вот знак «Опасный поворот». И там просто, даже если едет транспорт, то маневр ты просто не можешь сделать, объехать эту яму. Дорога очень узкая. Вот буквально еще чуть-чуть, и тьфу-тьфу, надеюсь, доеду без приключений. Но каждый раз вот едешь и просто, как говорится...